Всем привет, меня зовут Алина, мне 11 лет, и сегодня я хочу рассказать, чего я хочу добиться на этой смене в медиалагере. Первое, я хочу научиться получше еще снимать, вот. Также я хочу отдохнуть и побалдеть. Всем пока! Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я расскажу, что мне понравилось за всю неделю в медиалагере. Первое, я хочу выделить, это то, куда мы ходили. Это кино и боулинг. Было очень интересно. Также я хочу выделить съемки с Аленой добрых новостей и вчерашний опрос. А также мне понравился урок с Данилом Салимовым и с Евгенией по ораторскому искусству. Всем пока! Всем привет, с вами Дима. И сегодня я расскажу, чего я хочу добиться в медиа. На своей второй смене медиалагеря главный герой. Первое, это я хочу, чтобы я... Не было этого, вот этого, ну и поразвлекаться, отдохнуть. Всем пока. Всем привет, с вами Димка-невидимка, и сегодня я расскажу про три впечатления, которые произошли у меня за неделю. Первое, это мне понравились всякие развлекухи. Второе, это мне понравились прогулки. Ну и третье, это обеды. Всем бай-бай. Меня зовут Ася, и мне... 10 лет, и сегодня я хочу рассказать, чему бы я хотела научиться на этой смене в медиалагере. Я очень хочу научиться снимать и монтировать. Всем пока! Всем привет! И сегодня я хочу рассказать про всю неделю в медиалагере «Главный герой». Мне очень сильно понравилась вся неделя, потому что мы ходили в кино, в боулинг, и сегодня пойдем на батуты. Мне очень сильно понравилось. Также у нас были разные занятия. Мне больше всего мне понравилось занятие по актерскому мастерству. Было очень весело. Также мне очень сильно понравилось, как мы кушали. Было очень здорово и очень вкусно. Всем пока! Всем привет, меня зовут Майя. Я хочу рассказать, чему я хочу научиться в лагере «Главный герой». Я хочу поотдыхать, потому что мне летом делать нечего. И я хочу научиться правильно монтировать и узнать побольше, как создавать свой YouTube-канал. Всем привет! Я расскажу про всю неделю в лагере «Главный герой». Мне вообще вся неделя понравилась. Мы ходили в кино, сегодня пойдем на батуты. И еще мы ходили в боулинг. Я уже говорила, что я не пошла. Мне вообще все очень понравилось. Мы научились монтировать. Еще приходил Данил, мы много чего снимали с Аленой. И еще было ораторское мастерство. Всем пока. Всем привет, меня зовут Софья. И сегодня я расскажу, чего я хочу добиться от этой смены в медиалагере. Первое, я хочу научиться нормально говорить на камеру, взаимодействовать с другими людьми, а также снимать крутые обзоры. Всем пока. Всем привет, меня зовут Соня. И сегодня я расскажу, как прошла моя неделя в медиалагере. Первое. Мне очень сильно понравилось, как мы снимали все съемки с Аленой. Второе. Мне понравилось, как мы выставляли свет и снимали рилсы с Данилом Салимовым. И третье. Мне понравилось, как мы развлекались. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Меня зовут Арина. Мне 7 лет. И я хочу добиться на этой смене нехорошо монтировать. И хорошо поотдыхать. Всем привет, с вами Аришка Мандаришка. И сегодня я расскажу, что мне понравилось за эту смену в медиалагере «Главный герой». Первое, мне очень понравилось, как мы ходили на боулинг. И очень понравилось, как мы ходили в кино. Мне все очень понравилось, как мы гуляли. Мне очень понравилось снимать добрые новости. И всем пока. Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня я опять пришел в медиалагерь «Главный герой», уже на 6-ю смену. И сначала я хочу передать всем привет, кто был на 4-й смене, но почему-то не пришел сюда. И я пришел сюда, чтобы научиться тому, что я учился на 4-й смене. Это веселью, много друзей хочу иметь тут. И хорошо уметь делать те вещи, которые не умею. Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как я провел всю смену в медиалагере «Главный герой». Первое, что мне понравилось, как к нам приходила Алена и другие еще люди, мы снимали и делали разные прикольные вещи. Второе, мне понравилось, куда мы ходили. Это кино, боулинг, и сегодня мы пойдем на батуты. А еще третье, что мне понравилось, это то, что мы гуляли в очень интересных местах. Ладно, это было
6-я смена медиалагеря «Главный герой». Всем пока. Всем привет. Меня зовут Саша. И на этой смене я хочу научиться хорошо снимать и хорошо монтировать. Всем пока. Всем привет, с вами Саша, и сегодня я расскажу свои впечатления за эту неделю. Первое, что мне понравилось, это соцопрос с Аленой. Было очень интересно и весело. Второе, что мне понравилось, это кино. Было увлекательно. И также я пообщался очень хорошо с ребятами и со всеми познакомился. Всем пока. Всем привет, меня зовут Ксюша, мне 13 лет. Я пришла в медиалагерь «Главный герой», чтобы найти новых друзей, научиться монтировать и узнать много нового. Всем пока. Всем привет, меня зовут Ксюша, и сегодня я расскажу, как прошла вся смена медиалагеря «Главный герой». Вместе с ребятами мы ходили в боулинг, в кино, а сегодня пойдем на батуты. Также у нас были занятия с Данилом Салимовым, мастер-классы по ораторскому мастерству. Ну а больше всего я хочу выделить работу в кадре с Аленой Самсоненко, то, как мы проводили соцопрос и снимали добрые новости. Вся неделя мне очень понравилась. На этом все. До новых встреч. Всем привет. Меня зовут Юра. Мне 13 лет. Я пришел в лагерь «Главный герой», чтобы научиться не бояться камеры. Всем привет. Меня зовут Юра. И сегодня я расскажу о своих впечатлениях за прошедшую неделю в медиалагере «Главный герой». Больше всего мне понравилось, как мы учились снимать рилс и уроки ораторского искусства. Всем пока. Всем привет, меня зовут Василиса. И сегодня я расскажу, чего я хочу добиться в медиалагере. Во-первых, занять первое место и выиграть лампу. Во-вторых, я хочу научиться клево снимать. В-третьих, я хочу научиться монтировать. Всем пока. Всем привет, меня зовут Василиса. И сегодня я расскажу, что мне понравилось в медиалагере «Главный герой». Первое, мне понравилась наша прогулка, была очень интересно и весело. Второе, мне понравилось, как мы ходили в боулинг и кино. И третье, мне понравилось, как мы играли в лягушку. Всем пока. Меня зовут Мира, мне 7 лет. Я хочу научиться сниматься на камеру. Я занимаюсь в Галатее, и я очень хотела научиться плавать. Я сейчас просто плаваю топориком. Всем пока. Всем привет, меня зовут Мира. Я расскажу, как сегодня мне понравилось медиалагерь «Главный герой». Первое, мне понравилось, как мы гуляли и кушали. А второе, мне понравилось, как мы рассказывали новости. И мне понравилось, как мы сейчас будем гулять и будем ходить на батуты. Всем пока. Всем привет, меня зовут Миша, и я пришел в этот лагерь, чтобы научиться монтировать. Мне 8 лет, и я люблю кататься на скейте. Всем привет, меня зовут Миша, и я расскажу, что мне понравилось за эту смену. Мне очень понравилось занятие с Данилом. Было интересно, я узнал много нового. Мне понравилось, как мы ходили в кино. Было тоже очень интересно. Мы ели, было вкусно. Мы гуляли, было тоже очень интересно. Как мы ходили в боулинг. Мне 2 кегли не хватало до страйка. Ладно, всем пока. Всем здравствуйте, ребята. Меня зовут Есения. Я пришла в этот лагерь, чтобы научиться снимать видео, подружиться с ребятами и отдохнуть. Я очень хотела бы научиться снимать видео, а то только я рисовать могу. Всем до свидания, ребята. С вами была Есения. Всем привет. Меня зовут Есения. И сегодня я хочу вам рассказать, как прошел у меня вся неделя в лагере «Главный герой». Мне очень понравилось, как мы гуляли, общались с ребятами, ходили в ресторан кушать. А еще мы играли в лягушку. Это очень интересная игра. Спасибо нашим вожатым Шахназ и Вере. Я их очень люблю, потому что они меня научили снимать на камеру. Вот. Я с друзьями уже общаюсь. Я первый день была стеснительная, а теперь уже такая смелая, что уже снимаюсь. С вами была Есения. Всем пока!